расскажу о мероприятиях. Я хочу сказать, что очень важно то, что я делаю, то, что мне нравится. Мне говорят, вот, ты занимаешься тем, что ты любишь. Наоборот, я не занимаюсь тем, что я не люблю. Можно выбирать. И это очень приятно. Я надеюсь, что и в вашей жизни так бывает. Вот ближайшее мероприятие Вестника Кипра сейчас – это Digital Marketing Conference. Я в прошлом году придумала. Придумала по одной простой причине. Я ничего не понимала. Сейчас немножечко лучше разбираюсь. Ничего не понимала в том, что значит цифровой маркетинг. То есть мир изменился. Я издатель. Издатель с многолетним стажем. Я точно знаю, как издавать газету или журнал. И когда начинала, я просто жила в типографии. Я изучила весь процесс. Я знаю, какие винтики и ролики на машине типографической работают. Как бумага едет, какая бумага должна быть. Я все знаю про издательский бизнес. А он сейчас изменился. Мир переехал онлайн. И вот про онлайн я знала очень мало. И вместо того, чтобы нанимать дорогостоящих консультантов или учиться куда-то уезжать, я же не могу с моим графиком уехать учиться. У меня двое детей, у меня работа, у меня ежедневно там какие-то кризисы и авралы, я не могла уехать. Я решила, а почему бы наоборот не сделать? И мы организовали год назад первую конференцию по цифровому маркетингу. Я подумала, хорошо, я сейчас всех сотрудников туда приглашу, нас 20 человек. Ну и плюс еще, конечно, кто-то придет, и тогда получается, что те, кто придет, они заплатят за выходные билеты, и нам, Вестнику Кипра, это достанется бесплатно. Так мы сделали первую конференцию. Весной она удалась, было 6 докладчиков, чудесные были люди. А я решила, что 6 это мало, потому что есть разные уровни. То есть кому-то нужно просто показать, как на кнопочки нажимать, чтобы работать в Facebook или в LinkedIn. Вот мне нужно показать. Я до сих пор не понимаю, сейчас я с LinkedIn уже разобралась немножечко, Twitter не понимаю. До сих пор не понимаю, зачем мне Twitter. Вот он у меня есть, и как им пользоваться. То есть нужен базовый уровень. Вот для таких чайников, как я. А для тех, кто уже работает, для тех, кто понимает, как работает Instagram, Facebook и так далее, нужен уровень продвинутый. Продвинутый уровень – это значит, что ты все базовое знаешь, но а как чуть-чуть лучше сделать? Так ты не знаешь. А в этот раз, вот сейчас мы делаем весной, 23 и 24 марта будет мероприятие, мы добавили еще один уровень, уровень продвинутый, потому что оказалось, что на наше мероприятие в прошлый раз пришли много профессионалов. Те, кто уже работает либо в рекламных агентствах, либо это маркетинговые директора разных компаний, они пришли и говорили, ой, ну что так просто, а здесь все понятно. Mm-hmm. Нормально. Мы сейчас привозим с Украины, из Испании, из России, и из Израиля докладчиков, которые будут говорить как раз насчет продвинутого уровня. То есть это семинары для тех, кто уже работает в маркетинге. И получается, что с утра мы все собираемся, отель Сан-Рафаэль, в большой аудитории. Я не знаю, я очень хочу, чтобы было 200 человек. В прошлый раз у нас получилось 100. Я была очень довольна. А сейчас амбиции такие, что удвоить. Вот в идеале это выглядит так. 200 человек собрались в большом зале гостиницы Сан-Рафаэль. И по 10 минут каждый докладчик, у нас 18 человек, из разных стран, с разным уровнем опыта и разными специализациями. В социальных сетях, по продвижению сайтов, по привлечению клиентов через интернет, с помощью интернет-технологий. Они по 10 минут выступят на свою тему. Потом будут выступать keynote speakers. Это люди, которые уже преуспели в своем бизнесе. Вчера, в пятницу, недавно договорилась, Алексей Губарев, у него своя компания WebZilla. Это человек, который создал себя сам. Да, то есть с нуля, там, 10-15 лет назад, с маленькой компанией, сейчас это одна из самых крупнейших компаний. Какие маркетинговые инструменты они применяли? Мне это очень интересно. Чем занимались? Что работало, что не работало? Да, то есть человек приходит, руководитель бизнеса большого, высокого полета, и рассказывает, как это было. Другой докладчик, создатель онлайн-сервиса, который называется Tripster. Я случайно на них вышла, вот Новый год я провела в Германии, и для того, чтобы разнообразить программу, я хотела заказать несколько экскурсий. А Tripster – это как раз веб-сайт, который позволяет тебе в любом городе мира заказать нетривиальные экскурсии. Гидами выступают обычные люди, которые чем-то увлекаются. Кто-то увлекается, не знаю, собиранием деревянных ложек и проведет тебе экскурсию там, по деревянным местам какого-нибудь там Берлина. Я выбрала искусствоведа, которая увлекается Древним Египтом, и которая смогла провести экскурсию для меня, для моего сына, по музею, но именно рассказав о том, как древнегреческие и древнеегипетские захоронения раскапывали, какие там были детективные истории, связанные с этим. Было безумно интересно. Я ее нашла через этот Tripster. И когда я хотела оплатить кредиткой,
Кипрской кредиткой, не проходили оплаты. Я написала, вы знаете, пытаюсь оплатить, не получается. И мне позвонил человек и говорит, вы знаете, я владелец этого ресурса, и сейчас я в отпуске на Кипре. Давайте вместе, почему не получается? Вы пробовали это, вы пробовали то. Мы с ним вместе оплатили, ну и так познакомились, встретились, чаю выпили и решили, что нужно об этом рассказать, потому что как раз один из тех людей, который, вот у него не получался в бизнесе, он этот проект прекращал, у него хватало силы воли закончить и начать что-то другое. Не получилось, закончить. И вот пока не появился Трипстер, у него было 5 или 6 разных проектов, которые были провальными. То есть он на них терял деньги, но он не сдавался. Я его пригласила докладчиком и сказала, что посмотрите, в зале будет сидеть минимум 100, максимум 200 человек, которые только начинают свой бизнес. Расскажите им, как это не преуспеть и снова упасть и встать, упасть и встать. А Трипстер сейчас успешный проект. Вот таких людей я нашла в качестве докладчиков основных. А после обеда мы начинаем семинары по 1.5 часа. Уже профессиональные бизнес-тренеры, вот которых я до сих пор ищу, мне еще парочку нужно, они расскажут вот точно. Вот, допустим, у вас есть LinkedIn, и вы все там завели. Что надо делать, как надо делать, в какие промежутки, как писать и так далее. Я даже привезу из Москвы человека интересного для тех, кто работает в сфере услуг. Он расскажет о динамическом ценообразовании. Казалось бы, к маркетингу это, на первый взгляд, не имеет отношения. А оказывается, можно онлайн наладить свои продажи так, чтобы в те моменты, когда спрос меньше, и цены были меньше, а как только компьютер, твой веб-сайт, твои социальные сети видят, что у тебя много посетителей на страничке, цены повышаются. Да, это так здорово, это очень интересно, я об этом никогда не думала. Хитом прошлой конференции стал рассказ о VR, virtual reality. Я нашла девушку, которая, вот сейчас она написала мне e-mail, я очень рада, она выиграла какой-то там приз. То есть она настолько увлечена этой виртуальной реальностью, что делает разные видео, но делает их с душой. И она там выиграла какой-то суперприз европейский за сделанное видео в стиле виртуальной реальности. Мне показалось, что с приходом виртуальной реальности полностью меняется рекламный бизнес по отношению к агентствам по недвижимости или к отелям. Вот мы с вами находимся в Four Seasons. Если снять ролик виртуальной реальности, то человек, сидящий в Москве и выбирающий между гостиницей Four Seasons и гостиницей Amatus, сможет надеть на себя очки виртуальной реальности и пройтись по коридорам, посмотреть буквально в комнату, зайти посмотреть под стол, посмотреть сюда, посмотреть сюда, посмотреть рестораны, вид на море и решить, я хочу остановиться в Four Seasons или в Amatus. Мы сделали чудесный ролик для гостиницы Сан-Рафаэль. Это наш первый был опыт сотрудничества с вот этой девушкой, из которой я познакомилась. Она докладчиком была, и мне очень понравилось, как она рассказала. И вы знаете, чудесно получилось. То есть это игровой ролик, пара. Заходят молодые люди, приятно заходят в гостиницу Сан-Рафаэль, вот они проходят через холл, то есть ты смотришь. И когда ты в этих очках, ты можешь быть этой парой, то есть ты сможешь повернуть сюда голову, сюда, и ты чувствуешь, что ты там внутри находишься. Вот я хочу найти как можно больше таких технологий, которые полностью изменили мир. Конечно, меня больше всего интересует мир рекламы, потому что традиционный издательский бизнес, он трансформируется. Никто больше утром не бежит в киоск, чтобы покупать газету, ну, чтобы посмотреть объявление о работе. К сожалению или к счастью? К счастью для тех, кто понимает, куда дальше. К сожалению, у меня был траур, личный траур, когда закрылась газета Cyprus Weekly. Как-то я привыкла, что вот я живу на Кипре, и есть две газеты на английском языке. Cyprus Mail и Cyprus Weekly. Для меня это было частью жизни. И вдруг, у меня там много друзей работает, и вдруг в один прекрасный день вижу объявление, сегодняшнего дня нас нет. Я думаю, как нет? Мир есть, а их нет. То есть я очень долго это переживала, несмотря на то, что чужая газета. Ну вот, поэтому мы придумали еще одно мероприятие. 12 апреля, это прям в день космонавтики, так случайно совпало. Я сообразила, что это день космонавтики, когда уже забронировала гостиницу для конференции. Мы проведем конференцию, которая называется «The future is today», «Будущее сегодня». В чем смысл? Кипр, и это не секрет. Ну, лет так на 5 по технологиям отстает от всего мира. Ну, потому что остров, потому что здесь все и так хорошо, потому что мы не движемся вперед, у нас конкуренция маленькая. Вот у нас с вами, у вас свой журнал, у меня свой журнал. Сколько еще журналов? Ну, 6. Да ерунда. А сколько журналов в Москве? Сколько журналов в Лондоне? 600.
да, и нужно хорошо побегать, и нужно первым все время быть. Здесь мы не спешим, поэтому те технологии, которые во всем мире уже являются сегодняшним днем, на Кипре будут завтрашним. Мне удалось привлечь очень интересных докладчиков, которые расскажут о том, как бизнес изменится в сфере доставки. Ну, сейчас дронами там, там тебе посылка пришла, или, не знаю, ланч, наверное, скоро будет нам доставлять дронами. В плане очень много изменений, в плане медиа, бизнеса. И самое главное изменение в плане коммуникации. Как продвигаешь свой бизнес? Нам удалось из Лондона заполучить, приедет в апреле, пиар, вице-президента по пиар одной очень крупной компании по производству электроники. Они полностью сейчас живут онлайн, то есть все, что они делают онлайн. И в зале у меня 12 апреля будут сидеть руководители компании. И вот человек с огромным опытом, который уже перешел от обычной рекламы к рекламе виртуальной, расскажет, как это сделать. Мы привозим тех людей, которые знают о будущем автомобильного строения, которые знают о том, как изменится бронирование даже отелей, как изменится продажа недвижимости. Мы привезем людей, которые расскажут о новых материалах. Сейчас я веду переговоры и очень надеюсь привезти из Москвы специалиста, крупнейшая в России компания, по изменению атмосферных осадков. То есть, если Кипр решит, что в одном месте над деревнями такими-то и такими-то столько раз в год должен идти дождь, то они могут это обеспечить. И в этой деревне растет картошка, например. Ну, условно говоря, я сейчас пример просто придумываю из головы. Растет картошка, и картошка созревает вот в этот период. И картошке этой не хватает воды вот тогда-то. А компания эта может обеспечить, чтобы дождь шел, причем это не химия. Они знают технологии, чтобы дождь шел именно над этим местом, именно в это время. Представляете, как здорово. Ну и наоборот, например, если какой-то парад или карнавал в Лимассоле, чтобы в этот день над Лимассолом не шел дождь. Для Кипра это очень актуально, особенно чтобы шел дождь. Ну вот сейчас я веду переговоры, мне только вчера познакомились с этим человеком. Веду переговоры, я надеюсь, мне удастся его уговорить привести. Так вот, конференция, возвращаясь, The Future is Today, будет как раз об этом. О том, что является сегодняшним днем где-то, но будет завтрашним днем у нас. И мне этим безумно интересно заниматься. У меня не хватает времени. Мне часов в сутках не хватает. Их 24. Я прихожу на работу, иногда прихожу в 5 утра. Потому что сотрудники приходят в 9. А к 9 у меня все уже готово. Я уже точно знаю, чем мы занимаемся, какое у нас мероприятие на завтра и так далее. То есть я прихожу специально раньше, пока никого нет. А ухожу всегда позже. Рабочий день у нас 5 заканчивается, я ухожу в 7. Потому что эти 2 часа – это как раз то время, когда я могу подумать, придумать, что-нибудь там написать. А проекты конференции я пишу в самолетах. Потому что ты летишь куда-то 3 часа, ты заперт в одном пространстве, и ты даже, ну, и встать неудобно. Я беру места возле окна, чтобы мне даже и не хотелось вставать, и я строчу всякие разные идеи, потому что все то, что вы знаете про «Вестник Кипра», оно было придумано. Я пришла в газету, когда была газета, 400 экземпляров было газеты, и все остальное мы придумывали, чтобы как-то дальше развиваться. И все это когда-то было строчкой в ежедневнике. Ну, или мыслью во время какого-нибудь очередного полета. Я училась очень много. Я по образованию филолог, и отношение к управлению бизнесом не имела никакого. Пока не стала летать, я летала в Москву, в Лондон, в Париж. Чтобы проходить какие-то очень краткосрочные курсы, мне по времени никогда не получалось как-то в университет пойти и поучиться 5 лет. Я окончила университет по специальности преподаватель французского языка. Вот мое образование. Второе было бы здорово, какое-нибудь управленческое получить, но никогда нет времени на это. Поэтому я летала на краткосрочные, недельные, трехдневные, четырехдневные курсы по управлению бизнесом. И вот идеи рождались как раз в полетах. Ну что ж, спасибо за то, что предоставили такую возможность. Я очень надеюсь, что интервью будет интересно читателям. Вот. Очень интересно. И что фотографии получатся красивые. Конечно, в этом я уверена. Спасибо большое за ваше время. Было очень интересно с вами пообщаться. Всего самого доброго.